В дежурную часть полиции Лангепаса обратился 68-летний житель по факту совершения в отношении него мошеннических действий. Мужчина получил звонок от псевдосотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что в отношении югорчанина в данный момент совершаются мошеннические действия. И предупредил, что в скором времени поступит звонок от сотрудника Банка России. Затем позвонил мужчина, представился сотрудником банка и пояснил, что в данный момент происходит попытка оформления кредита на 1,5 миллиона рублей. И для того, чтобы предотвратить это, необходимо подойти к банкомату, снять все имеющиеся денежные средства и внести их на специально подготовленный защищенный денежный счет, данные которого продиктуют, как только мужчина окажется около банкомата. По итогу мужчина совершил 6 транзакций через банкомат и перевел злоумышленникам в сумме 80 тысяч рублей.